Первые действия по увеличению турпотока уже начались. В течение 4 дней с 21 по 24 марта столица Чувашии принимает участников всероссийского совещания по согласованию графиков движения пассажирских туристических судов. В нем принимают участие представители российских судоходных компаний, владельцы и арендаторы причальной инфраструктуры, европейской части России, руководители региональных туркомпаний, обслуживающих круизные теплоходы на стоянках. В Чебоксары круизные суда заходили всегда, правда, задерживались здесь ненадолго, всего лишь на пару-тройку часов. Хотя у столицы Чувашии интереснейшая история и привлекательная настоящая. Только заглянуть на все это надо с позиции интересов туристов, которые захотели бы остаться в городе подольше. Поэтому все турмаршруты разрабатывались с учетом перспектив развития водного туризма и навигации в 2016 году. По мнению главы администрации столицы Алексея Ладогова, увеличение количества заходов круизных теплоходов в столицу республики позволит не только привлечь туристов в Чувашии, но и дать возможность нашим жителям ощутить на себе неповторимость путешествий по воде в другие регионы. Увеличение продолжительности стоянки теплоходов до 6-12 часов даст возможность путешественникам попробовать не спеша блюда национальной кухни и выбрать сувениры. Нам очень хотелось бы, чтобы наши соотечественники, наши, ну вот как мои соотечественники и горожане-москвичи, приехали в Республику Чувашия. Что для этого будет сделано? С этого года начинаются этнокруизы на борту столичных московских теплоходов. Мы выделяем каютный фонд, а республика приглашает на борт нашего теплохода лектора, который все знает о республике, актеров, которые могут являются хранителями народного эпоса, и, наверное, шеф-повара, который может рассказать о уникальной чувашской кухне. В 2014 году у нашей компании было 48 судозаходов, в 2015 – 51, и уже на навигации 2016 года мы планируем 61 судозаход. В прошлом году это было больше 10 тысяч туристов, и, соответственно, в этом году ожидаем еще больше. Встречи коллег-туроператоров значительно расширяют спектр предполагаемых экскурсионных программ. В течение нескольких дней участники конференции проедутся по предполагаемым маршрутам, чтобы составить перечень самых интересных предложений для своих потенциальных клиентов. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.